Доброе утро, коллеги рыболовы. Доброе утро, день или вечер. Не знаю, когда вы смотрите это видео, но у нас сейчас утро. Не морозное, но сильно ветреное. Мы когда выезжали из города, вернее, когда я вышел из квартиры, ветра не было. Потом заехал за Лешей, заехал за Сашей. Заехали за Живцом, ветра не было. Потом заехали еще в одно место, вышли, появился ветер. По трассе мы почувствовали прям порывы. А когда приехали на место, ну, сами понимаете, и возможно слышите, ветер здесь. Ого-го! Ребята сидят в палатке. Я уже расставил свои жерлицы. Не стал снимать, как я их расставляю, но потому что ветер просто не дает вот этого сделать абсолютно. Но сейчас уже расставил, немножко есть свободное время. Я вот нашел одну интересную лунку, как мне кажется. Потому что мы здесь уже ловили, и здесь должен быть окунь. И сейчас я попытаюсь начать балансирить. Первого окушка я поймал. Не заснял, правда. Вот он. Еще живой. Дергается. Сейчас попытаюсь уже тогда половить вместе с камерой. Может быть, тогда успею поймать заплёт. Но это уже вторая лунка. Я их пробурил две. В одной балансирил. Но ничего не получилось. А здесь вот буквально 2-3 взмаха сделал, бац, подсел. Неплохой такой окушок. Но ветер сильный. Конечно, тяжело балансирить. Да и находиться на льду тяжело. Надо периодически заходить к ребятам в палатку. Вот, есть еще один. Еще один. Тащу. Вот это даже больше. Что себе. Вот это я попал. Опа. Готово. Это даже больше. Какой красавец. О, замечательный какой, да? Вот он. Нормально. Нормально. Давайте продолжать. У меня был, ну вернее, есть удачный красноголовый балансир. Но что-то я его в своей коробке не обнаружил. Наверное, он у меня в ящике остался. Сейчас я поставил другой. Такой желто-синий. Ну, тут надо что-то поклевывать. А второй даже он покрупнее. Кусок. Это окунь, кусочек. Это горбатый. Я облетнил, здесь оказывается у меня есть подъем, но только я вижу, размотки практически нет. Если там что-нибудь еще ничего не ясно. Кстати, буквально в 10 метрах стоит Саша на жерлице, а она, кстати, у него еще и грудь. Это все-таки хорошо грудится. Ладно, я что-то чувствую, наверное, окунь. Нет, небольшая щучка. Совсем небольшая щучка. Вот такая. Но тем не менее. Так, вот Саша вешает. Саня, крутилась сильно! Да, я поднял. Я поднял. А, ну это ладно, бог.
все размотало. Все размотало? Это моя. Вот прям сильно крутило. Есть что-нибудь? Тащишь? Да, вроде нет. Не крупная, окунь. Окунь? Ну, щука. Ну, это вот... О, молодец. Опа, есть. Нормально. Круто. Ну так, вот. Смотри, понял. Рядом, да? 10 метров. Вот твоя и моя. Ну, сработало. И от берега, кстати, недалеко. Достаточно близко. Еще чуть-чуть покрути. Немножко, это как бы дай натяжку, я отпусти. Отпусти. Еще больше, Лё. Ощущение. Ну там, наверное, этот. Ничего не тянется? Нет. Как-то. Ну смотри, так. С крючка, видишь? Угу. Вот на этом месте второй раз. Такая только Саша поставил, и у него какая-то сработка.
Возможно, это живец, как сказал Саша, он крупный. А может и нет. Заколдованная лунка. Ну. Есть натяг? Нет? Ну, натяжка идет, и потом раз. Там опять заточка. Давай, Саша. Давай. Вторая с одной лук. Третья уже. Я же тебе говорю, что он заколдует. Интересное явление сейчас наблюдали. Смотрим, что-то прыгает по вот этим камням, что позади меня. Сначала не поняли, но потом догадались, это заяц белый. А прыгал, как я не знаю, как какой-то горный козел. Прям реально скакал. Еще главное остановился, посмотрел на нас и почесал дальше. Конечно, не имеет его сейчас смысла искать, там он уже, ну, где-то там далеко, видимо. Недаром он сквозанул. Ну, время ближе к 4, завершается наша рыбалка. Сегодня дед Чукарь у нас Саша в очередной раз. Нашел он место. С одной лунки взял 3 щуки. Сколько он всего поймал, не знаю, но 5 или 6 железно. У нас Леша сегодня борода рыболовная. Ну, что-то да, мы поймали, конечно. Но не так, как хотели бы. Ну, все бывает. Спасибо, ребят, что смотрели. Рыбачьте лучше нас. Увидимся.